Иркутской области готовится к запуску наша линия. Здесь вот такой цех. Красивый, симпатичный. Это загрузочная эстакада. Установлена. Загрузочная эстакада с разобщителем бревен. И поштучной выдачей на подающий ральган. Вот эстакада. И здесь мощные валы, мощные корпуса подшипниковые. Здесь вот стальные корпуса с двухрядными цилиндрическими подшипниками, вечными по сути. Вот цепь. Идет она по легированным вкладкам, направляющая цепь из высоколегированной стали вкладки. То есть вот эти цепи не будут опрокидываться на шпонки, а будут скользить по легированной стали. То же самое на разобщителе. То есть у нас накладочки здесь из легированной стали, и толкатели вот эти, да, они не опрокинутся никогда, цепь не порвется. Вот мощные привода, пока они закрыты здесь, и поштучная выдача. То есть все металлоконструкции такие вот мощные, надежные. Пойдут бревна в цех. Так, вот мощный редуктор стоит здесь на подаче. И опять же, да, то есть приводной вал у нас с контрапорой подпертый, да, и такой же стальной корпус с цилиндрическим подшипником. Вот, двухрядным, никуда не денется привод. Мощный привод на эстакаду. Чуть попозже приедем, посмотрим, как уже все это в работе будет. Значит, вот здесь входят бревна. Так, бревнопильный станок установлен. Место оператора станка. Вот. Дальше разобщитель бруса и необрезной доски горбуля. Вот сюда пойдет доска необрезная с горбулем. И горбыль у нас что? Горбыль у нас уйдет. Уйдет по ленточному транспортеру, делиться. Кромкообрезной станок МКС-1000 линия с программируемыми режимами. То есть три режима. А что за режимы? Это высота ребухи осуществляется при помощи контроллера и механизма подъема ребух через мотор редуктор, и скорость подачи регулируется
Также вот выносной пульт оператора, который управляет режимами пиления. Значит, его, конечно, надо смонтировать где-то, где оператор будет пользоваться. И выносные транспортеры. Пока еще производятся работы монтажные. Здесь же циклон стоит с шлюзовым затвором, который будет выгружаться на крепковый транспортер. Вот. И также аспирация предусмотрена. На верхнем вале бренопильного станка стоит вентилятор и циклон с выгрузкой. И все на скрипковый транспортер уходит. Что здесь у нас происходит? Здесь, значит, двухкантный брус пойдет на приводной ральганг с поперечным сбросом. Ну и укладываться он будет в одну сторону. Дальше накопитель бруса и загрузка на подающий транспортер многопильный станок. Также центрователь бруса, следом идет и многопил. Посмотрим поближе. Бренопильный станок с другого ракурса. Здесь видны привода наши, стапеля, транспортеры удаления отходов. Разобщитель бруса и доски с горбулем. Пока еще идут монтажные работы здесь. Значит, вот бревнопильный станок. Здесь укладка лафета, перемещение его на поперечный стол, накопитель. И выгрузка, да, на многопильный станок, на центрователь бруса. Многопильный станок. Здесь у нас аспирация с верхнего вала. И, значит, выход готового материала на цепной сбрасыватель и поперечный стол.